около Казань-арены остановка общественного транспорта осуществляться не будет. Поэтому просим всех болельщиков учесть это обстоятельство. Также для людей, которые выберут не общественный транспорт, а захотят попасть на матч на своем личном автомобиле, будут работать все прилегающие парковки торговых центров, которые не попадают в зону ограничения, но при наличии свободных мест. Отдельно я бы хотел остановиться на тех улицах, которые будут подлежать перекрытию. Это улица Сибгата Хакима на участке от улицы Амирхана до улицы Чистопольская, улица Чистопольская на участке от улицы Вечурина до проспекта Имашева при движении от улицы Вечурина, проспект Имашева на участке от Адаранского до улицы Сибирский тракт, улица Гаврилова на участке от улицы Чуйкова до улицы Чистопольская и улица Академика Арбузова на участке от улицы Журналистов до проспекта Имашева при движении от улицы Журналистов. Могу сказать, что в связи с этими ограничениями у нас ряд жилых домов, ограничения во внутриквартальные проезды будет осуществляться только с определенных въездов, о чем подробнее расскажет дальше мой коллега. Нами эти вопросы все проработаны совместно с администрациями районов, с управляющими компаниями, председателями ТСЖ. Я думаю, что жители города на данный момент нас поймут и выберут оптимальный маршрут, чтобы попасть к себе домой.